Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Одной из ярких фигур нашей современности является Андрей Ткачев, священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья, проповедник и миссионер, публицист, радиотелеведущий. Он блестящий оратор, вызывающий и восхищение своих слушателей, и критику. Оратор страстный, яркий, самобытный. В этом году вышла его очередная книга «Таинство чтения. Как книги делают нас значимыми людьми». Отец Андрей – умный, вдумчивый, неравнодушный читатель, любящий книгу, убежденный в том, что человек сам по себе книга, людьми не прочитанная, только Богом, от корки до корки. При помощи книги человек может говорить не только с теми, кто жив, но и с теми, кого нет уже на земле. Поэтому книги должны быть везде человеком. Ведь жизнь нельзя отделить от книги, а книгу нельзя вырвать из жизни. Жизнь так прекрасна, удивительна и совсем не скучная, если тебя везде окружают книги. Но особенно радостно, когда прочитанное совпадает с увиденным. Фарисея Христос спросил: «Как читаешь?» Сегодня нас спрашивают: или что читаешь, или читаешь ли вообще? К сожалению, часто слышишь ответ: «Не читаю». Почему? Ну, тут обычно нет времени, устаю, устарела. Отец Андрей категоричен: «Не любишь Бога, потому и не читаешь, живешь как свинья, потому и не пребываешь в слове, да и не стремишься пребывать». Скажете, дорогие слушатели, резко и жестко: а как вы хотели? Ведь если вы православные, то мы поклоняемся Богу Слову воплощенному. В мире множество языков, выполняющих различные генеральные функции, но самый особый язык русский. Нет, он не язык коммерции, как английский, не родной язык для мировых религий, как иврит или арабский, не язык количества, как китайский, не язык торговцев, колонизаторов. Нет, русский язык – язык особенной культуры, в центре которой русская всемирная литература. И никогда нам не понять ни свою историю, ни самих себя, если мы не поймем и не разберемся в своей литературе. К сожалению, как огромные природные богатства не мешают у нас существованию нищеты и убожества, так и огромный культурный потенциал не мешает поразибать в невежестве, в полном соответствии с общемировой тенденцией снижением интереса к чтению книгам. Согласно статистике, средний россиянин в день отдает книге 9 минут. И эта цифра должна каждого из нас ужаснуть. Ведь, как убеждает отец Андрей, за умение читать нужно благословлять Бога. Благословен ты, Владыка, устроивший жизнь мою так, что книги могут говорить со мной, а я с книгами. Да, дорогие слушатели, надо начинать читать, надо исцеляться. Вместе с книгой Андрея Ткачева «Таинство чтения 16+». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».